Dumnezeu ne-a ucis. Vă mulțumim. Всем привет! Как дела? Как настроение? Сегодня я хочу с тобой поговорить о порядке. Ведь наш Бог, Он Бог порядка и устройства. Загляни в свою жизнь, посмотри в свое сердце, загляни в свои мысли. Что там творится? Возможно, там беспорядок, возможно, там что-то нужно исправить. Давайте мы заглянем в эти шкафчики, где устройство, порядок, так и должно быть в нашей жизни. Чтобы, когда придет время, мы могли дать отчет о том, что в каждой нашей сфере есть порядок и есть устройство. Ведь Бог, Он хочет, чтобы мы стремились к совершенству. Ведь Он хочет, чтобы в нашей жизни был баланс во всем, было устройство во всем. Ведь Он хочет, чтобы с тебя брали пример, чтобы ты был светом, чтобы ты был солью этой земли. А для этого нужен порядок. И когда твоя жизнь в порядке и моя жизнь в порядке, тогда мы точно с тобой увидимся на вершине успеха. Пока!